Друзья, массовый взлет планеров. До этого был классный ролик «Массовый падеж планеров», а сейчас массовый взлет. Мы, видите, опаздываем, только расчехляемся, а народ уже вовсю на Маттерхорн собирается. О, сейчас пипистрель взлетает. Синус. Это, конечно, не планер, а так поржать самолет. Но крыло у него большого удлинения, летает он далеко. Сейчас посмотрим, как он летит. Пошел. Побежал синус на фоне штемя. Так. Оп, ну-ка. Ушел. Видите, еще с асфальта ушел. Теперь следующим у нас на взлет выруливает. Аркус. Похоже. Выжидает какое-то время. Ой-ой. Порулил в штеме, вырыл аркус. Видите, как все плотно. Все на Маттерхорн хотят, друзья. Самая погода пошла. Погодное окно очень, вот она ярко пошла сейчас. И все хотят взлететь, когда именно пошла погода. Раньше было бы сложно выпаривать. Позже неуспешный Маттерхорн. Это видите, какой плотняк. Каждый вжиж за другим. Сейчас вот он оторвался. Ну так, видите, потяжелее оторвался, конечно, чем как синус или вирус. Вот так же мы оторвемся. Тяженько. Оп, а вот штемя пошел. Пошел штемя. Посмотрим, где штемя оторвется. Пока чемпион вирус. Ну, штемя, видите, тоже до конца асфальта доехал, что, в принципе, правильно. Бам, уже летит, и все. И вот получается вон аркус, потом штемя. И даже мы еще даже не расчехлялись, друзья. Посмотрите на этот позор. На Маттерхорн собрались. Проспали, все проспали. Но на самом деле погода вот она только-только пошла. То есть вот этот вот кисель из облаков, он еще не дает работы. То есть это не рабочие везде облака. У них нет подошвы. Но то, что сейчас уже вот идут потоки восходящие, уже можно держаться и хромать туда в сторону Пик-де-Бюра, потом ускоряться, это уже точно. Поэтому мы тоже начинаем быстро расчехляться. Я заправляю планер топливом, сейчас будем взлетать. Как выглядит взлет за самолетом? Вот наш буксировщик, зовут его Папа Лима. Вот планер, который он потянет. Не знаю, как зовут планер. Пошли. Побежали. На длинной веревочке. Веревочка 50-метровая, если не ошибаюсь. Ну и вот они, вот планер уже в воздухе, видите. Самолет еще разгоняется. Вот они вдвоем оторвались, и все. Сейчас самолетик забросит этот планер ввысь. Метров на 500. Дальше планерочек сам. Ну, так вот удобно. Пью, все, я тоже люблю самолетом иногда летать, когда ветер какой-нибудь неправильный или еще что-нибудь, или когда у меня моторчик пыхает. Иногда такое тоже бывает. Следующий планер готовится к взлету. Ну, собственно, и мы готовы. Мы, как взлетит самолет, садимся в кабину и погнали. Уже работают все камеры на хвосте. Камеры здесь. Вот, еще самолет. Так что, видите, прям движуха. Сейчас этот планер ждет, пока взлетит самолет. А самолет взлетит, как все будет готово. Сейчас. Побежали. Хорошо. Под крылом тепло, друзья. Ой, холодно, в смысле. Прохладно. Так вообще солнце светит нещадно. Сегодня 35 градусов температура. Поэтому кромка 4200 в больших горах. И все летят на Маттерхорн. Табунами. Вот так вот. Вот следующий кандидат. Это же самовзлетный планер. Одноместный. Этот взлетит легко. Это, я так понимаю, даже не помню, что это. Что же все планера, насколько не узнаю.
Бежит, 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 бежит. Видите, до конца асфальта взлетел. Мы, к сожалению, взлетим после асфальта. То есть мы тяжелые, будем медленно разгоняться. На нашей принцессе. Принцесса готова к бою. Эдуард, готов к бою? Погнали. Взлетает пара. Самолет-планер. За буксировщиком. И выезжает на взлет ДГ-400. Сейчас мы пойдем в следующем. Вот эти взлетели. ДГ-400 готов. Это оплотность и трафика на аэродроме. Хорошую погоду. Этот старенький планер стоит где-то 50-55 тысяч евро. Прекрасный выбор. Самый дешевый самовзлетный планер, наверное, из имеющихся на рынке. Вполне себе неплохо летит. О! Все, следующее тоже прилетело. Видите, как табунами уходят, табунами просто. 400 его надо взлетел. Второй полетел. Как в хорошем аэропорту трафик. Проруливает пепестрелюшка. Тихонечку, не спеша. Ну, это не планер, это самолет. Микс самолета и планера. Бодренькая штука. Он очень далеко умеет летать, потому что, видите, крыло на самом деле очень высокого, достаточно аэродинамического качества. И позволяет этому самолетику там на каких-то смешных там 8-12 литрах шуршать и с его небольшим баком пролетать там в расстояние в 1000 километров, а то и больше. Я даже не больше 1000, там что-то. Короче, это самолетик, рекордсмен мира в классе. Как улететь на минимальном количестве топлива дальше всего. Ну, вполне себе такой. Можно глушить двигатель. Я на таком летал. Глушишь мотор на Вихрево, по-моему, на аэродроме там есть один такой. И его владелец даже не знал, что эта штука так классно летает. Мы с ним осенью полетели. Подлетели к облакам. Я говорю, выключай двигатель. Он говорит, а как же? А что ж мы, если что, как? Я говорю, да ничего не будет, есть вот погода. Но двигатель он не выключил, он перевел его там буквально на холостые, и мы с двигателем на холостых славненько полетали. Вот. Уезжает на исполнительный старт. Предварительный старт, исполнительный, все как положено. Мы так жих и полетели сразу. Тут исполнительный, предварительный. Погнали! Вот, так парил этот самолетик прекрасно с выключенным мотором. Единственная была проблема, мотор остыл, и пришлось его увеличить обороты. Вот так мы 2-3 метра в секунду под облаками набирали. Часто вот есть этот самолетик, есть система пульсирования винта, когда винт не создает дополнительного сопротивления, и это вполне может парить. Ну, конечно, полноценным планером это считать абсолютно невозможно. Так бы цены ему не было бы. Взлетает он, конечно, очень бодренько. Мы взлетаем только в конце асфальта. И погнал, пошуршал куда-нибудь, навстречу новым приключениям. Друзья, прилетел наш самолетик Папалима. Цепляет, так, закрываемся. Оп. Закрываемся. Сейчас полетим, друзья. Так, от винта. Готов? Закрылся? Готов, закрылся. Пускай наш мотор. Проруливаем, попробуем догнать самолет. Видите, готовится, цепляется самолет пока. Оп. Тоже проруливаем вовсю. Погнали!
Оп, ныряем. О, неплохо. Неплохой поток на пистылька нашел. Попробуем из него сейчас все выжать по максимуму. Мотор у нас убран, но не до конца. Начинается чехарда первого набора. Это всегда весело, то, что мы на малой высоте. Постепенно уходим выше и выше. И вот это начало веселого пути.
полетали, шо огонь, и Матерхорн сверху посмотрели, 50 километров до него под облаками прятался. Монблан видели ближе, к нему рванулись, получили капкан, еле вернулись домой, натерпелись. В общем, денек такой самый, у Эдуарда, наверное, крайний летный день такой большой, поэтому... Я думаю, что он счастлив. Инструктор счастлив полностью. Домой вернулись. Эдуард, ты там как? Расскажи. Да, супер счастлив. Супер счастлив. Не хочется уезжать. Да, не хочется. Создает мне тоже не хочется. Ящик. Так это. Ящик Кальвадосу и всех обратно. До новых встреч, друзья. Погода бомба. Контент огонь. Гей.